Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов, знакомиться с их автобиографией. Джилл Брювиль. Джилл Брювиль родился в 1059 году в Австралии. Вырос на юге Франции. В 1990 году переехал в Америку. Отец познакомил его со столярным делом, деревянной скульптурой и дизайном мебели. Спустя годы Джилл применил эти знания в своем арт-дизайне и скульптурах. Художник-визионер, способный воплотить сложные идеи и мимолетные впечатления в потрясающие произведения искусства. Его искусство возникает из глубокого созерцания образов, эмоций и ощущений, которые он постоянно совершенствует, прежде чем облечь их в материальную форму. Хотя элементы сюрреализма присутствовали в его работах на протяжении всей его карьеры, более поздние работы Брювиля играют с искажением реальности, двойственностью и множественными перспективами. Часто сгибает и удлиняет линии, определяющие форму человека, растворяя ее жесткость и позволяя ей соединиться с потоком, который постоянно его окружает. Я воспроизвожу данные из интернета, с его сайта. Получив обширное образование в столярном деле своего отца, а затем в престижной реставрационной мастерской, работы Брювиля демонстрируют владение техникой и высокий уровень мастерства. Он с легкостью работает с широким спектром материалов и форм. Его скульптуры из бронзы, дерева и нержавеющей стали, а также функциональная мебель и смешанная техника – все это отражает четко выраженный переход к трехмерному представлению. В настоящее время Гиль Брювиль проживает в штате Техас, представлен множеством галерей по всему миру. Вот так вкратце о Джилле Брювиль, художнике-визионере. Данные из интернета. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.